Я не могу не остановиться на ситуации с Польшей. Вы знаете, то, что происходит, это вот грубейшее нарушение Венской консульской конвенции, которую соблюдают все страны мира 1961 года, которые имеют дипломатические отношения. Вот посмотрите, что они делают. Ведь они выгнали из квартир, выгнали из дома отдыха, арестовали счета, потом все деньги забрали наших диппредставительств. Теперь школу отобрали. Как мы отвечаем? Нота, возмущение, вызовем посла. Вы знаете, год назад, когда облили Антонова на празднование Дня Победы, вот я ждал, вот найдут в Москва-реке плавающим посла Польши или не найдут? Я объясню, почему я говорю об этом. Дело в том, что вот Генри не даст соврать. Любой студент, изучающий международное право, скажет, что такое реторсии и репрессалии. Потому что это ответные действия на недружественные проявления. Это в рамках международного права. Меня в школе КГБ на контрразведывательном факультете очень хорошо этому учили. Сергей Андреева. А в 2000 Антонова, году... Андреева. Посла. Андреева. Посла, а я сказал... Андреева. Антонова. Ой, простите, Андреева, да. Антонов в США. Извините. Да, посла Андреева, конечно. И обратите внимание, ни Советский Союз, ни Америка никогда не прощали таких недружественных действий.